Познакомиться с лучшими спектаклями Беларуси, не выезжая из Бобруйска. Такую уникальную возможность раз в два года дарит Республиканский фестиваль национальной драматургии имени Дунина Марцинкевича. Уже 28 ноября в 18 часов торжественное открытие знаменует «Палачанка. Легенды о любви». Неделя театрального праздника, настоящего, потому что мы постарались с экспертами собрать лучшее из лучших произведений, лучшие спектакли, которые идут на сценах разных театров нашей республики. Современное прочтение «Бобруйский храм искусства» представит на суд зрителей жюри премьеру этого года. Музыкальная комедия «Идиллия» вновь окутает сцену запутанным клубком судьбы. Ценителям прекрасного вместе с артистами предстоит распутать любовные нити. Пьеса написана больше 150 лет тому назад, но все темы, которые поднимаются в этом спектакле, очень актуальны на сегодняшний день как для молодежи, как для среднего поколения, для старшего. Каждый там найдет свое. Это замечательная режиссерская работа Павла Маринича, который представит также вторую свою работу на этом же фестивале «Пан Твардовский». По мотивам белорусских талантов театральную неделю скрасит 11 спектаклей. Профессиональные коллективы со всей страны раскроют разнообразие тем и образов национальной, классической и современной драматургии. Такое точно нельзя пропустить. Я хочу пригласить от имени дирекции фестиваля, от имени организаторов фестиваля, жителей нашего города, гостей нашего города на настоящий театральный праздник. Республиканский фестиваль национальной драматургии, который пройдет с 28 ноября по 3 декабря. Включительно. Мы вас любим и ждем. Успеть купить билеты с подробной программой фестиваля можно ознакомиться в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск», а также на сайте Театра драмы и комедии. Выбор богат, а значит, каждый найдет постановку по душе. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.